Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствие и почтение вашему драгоценному вниманию. Продолжение большой темы Марты «Окно в новый мир. Галактическая помощь». Отец Абсолют читает Лора. Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Сегодня мы поговорим о проявлениях пятого измерения на Земле, которые пока мало кому видны. О них можно судить больше по внешним признакам, и речь пойдет о помощи вашей галактической семьи по нейтрализации действий глобалистов, направленных на уничтожение человечества. На самом деле, без этой помощи были бы поистине чудовищными. Но мы уже много раз говорили с вами о том, что вмешательство инопланетных цивилизаций в дела землян допустимо лишь в исключительных случаях, когда существует угроза выживанию человечества. В последние годы такая угроза как раз и достигла своего пика, поэтому и помощь представителей ваших звездных семей видна как никогда раньше. Во многом это связано также с тем, что по мере поступления на Землю новых энергий уменьшается разрыв в вибрациях между энергетическим пространством вашей планеты и ее жителей с вибрациями дружественных вам инопланетных цивилизаций. Теперь их помощь вам становится более доступной и более эффективной. В настоящее время их корабли способны приближаться к Земле настолько близко, что многие из вас уже их видят. Днем они чаще всего замаскированы облаками, а ночью они ярко светятся и перемещаются необычным для земных летательных аппаратов образом. Но, пожалуй, больше всего видны результаты их работы. Например, они активно нейтрализуют последствия распыления в воздухе вредных для человека веществ и химических соединений, что происходит сейчас повсюду на вашей планете, особенно над большими густонаселенными городами. Также они постоянно несут дозор над всеми ядерными полигонами и атомными электростанциями, то есть теми объектами инфраструктуры, аварии на которых угрожают жизни большого количества людей. В этом состоит их первоочередная задача, поскольку сейчас на самом пороге Вознесения глобалисты способны на любые отчаянные шаги, лишь бы удержать свою власть и понизить вибрации Земли и человечества. Также они несут круглосуточное дежурство над ЦЕРНом, этим детищем глобалистов, созданным ими как испытательный полигон для перемещения в иные пространственно-временные реальности, и которые они не способны до конца контролировать. Уже не одна аварийная ситуация на этом объекте была предотвращена вашими галактическими братьями. Но что они не могут сделать, так это решить многие из ваших проблем на физическом плане, и проблемы эти нарастают как снежный ком, поскольку представители глубинного государства пытаются навязать всему миру свои абсурдные идеи, связанные с лженаучными утверждениями об изменении климата и связанной с ними угрозой выживанию человечества. На самом деле все это не имеет под собой никакой основы, и любой здравомыслящий человек это понимает. Но беда состоит в том, что не так много осталось на Земле здравомыслящих людей. Все, что могут сделать ваши галактические братья, это направлять людям энергии высоких вибраций для их скорейшего пробуждения. Остановить планы глобалистов, которые ведут к экологической катастрофе и уничтожению человечества, можете только вы сами путем объединения пробудившихся людей на вашей планете. И это уже происходит, что позволит и вашим инопланетным помощникам действовать более открыто и эффективно, поскольку главная инициатива будет исходить уже от вас. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно, Отец Абсолют говорил с вами. Приняла Марта, вы прослушали тему «Галактическая помощь».
Маленькое дополнение. Дорогие друзья, я понимаю, что многие даже представления не имеют о том, что происходит на самом деле здесь, на Земле. Поэтому, чтобы не было вот этих сомнений, колебаний, недоверия, чтобы быстрее происходили процессы мирного сосуществования на Земле, то прямо с первых мыслей, с первых шагов просите: «Я желаю жить здесь и сейчас в мире и любви». И все, что происходит здесь на Земле, происходит согласно божественному замыслу. Тогда вы вольетесь в божественный поток и будете вместе со всеми формостроить мощную мыслеформу процветания и благополучия жизни на Земле. Не надо ждать. Не надо верить в кого-то. Верьте в себя и в собственное могущество. Верьте, что ваши гармоничные энергии сегодня, вливаясь в общий хор голосов галактической победоносной песни, способствуют приближению мирной и радостной жизни здесь, на Земле. Тогда не надо будет сомневаться, останетесь вы на Земле в пятом измерении или не останетесь. Все эти вопросы будут не нужны. Они отпадают сразу, потому что вы сделали свой однозначный выбор в сторону мирного и радостного существования здесь, на Земле.